Путин выступил с тревожным заявлением. Президент призвал готовиться к любому развитию ситуации. В связи с ростом числа зараженных коронавирусом, регионы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил Владимир Путин. Президент призвал власти всех уровней предлагать населению необременительные меры и средства защиты. При этом глава государства пояснил, что понимает граждан, уставших от защитных мер. Маски, социальная дистанция и тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело. И я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже с очень опасным противником, заявил Путин. Владимир Путин рекомендовал продолжить работу по информированию населения о целесообразности использования защитных мер.